Ученики, их родители и педагоги Первой московской гимназии решили оказать помощь людям, пострадавшим от наводнения, которое постигло недавно Дальний Восток. Они собрали более тонны гуманитарного груза и отправили его в Биробиджанскую епархию. Инициативной группой было собрано более тонны товаров первой необходимости. Это продукты питания, подгузники, различные средства личной гигиены, медикаменты, постельное белье, махровые полотенца, подушки и одеяло, разнообразная детская и взрослая одежда. В число гуманитарной помощи вошли нарядные детские рубашки Пола и вязаные жилеты с символикой Первой московской гимназии, а также школьные принадлежности, тетради, пеналы, пластилин, ручки, карандаши и другое. Биробиджанская епархия получила гуманитарный груз от Первой московской гимназии. Дети, обучающиеся в гимназии, собрали этот гуманитарный груз для того, чтобы мы здесь на месте передали его пострадавшим людям, которые попали в тяжелую ситуацию в результате наводнения, случившегося на Дальнем Востоке этим летом. Мы сердечно благодарим руководителей Первой московской гимназии, детей и их родителей за ту помощь, которую они оказали жителям Еврейской автономной области. В ближайшее время гуманитарный груз будет распределен среди пострадавших. Наталья Шуплицова, Сергей Касьянов, пресс-центр Биробиджанской епархии для телеканала «Союз».